Так, вот мой аккаунт. Вот, мне пишут то, что используемые профилем предметы. Предметы сейчас... У этого пользователя нет используемого предмета профиля. Да, это как раз про меня. Вот мой инвентарь. Вот Counter-Strike. Ничего у меня нету. Никаких вообще вещей особо. Какие-то непонятные монеты. Dota 2 у меня были предметы, я покупал раньше и продавал. Steam. Какие-то... Какая-то фигня. Deadlight. Если я покупал какую-то предмет, его нельзя продать. Дерево жизни. Так, торговая площадка, что у меня там? Топ, торговая площадка. Активные лоты у меня 3 штуки. История сделок. Вот. Последняя сделка у меня была 2 октября. Я продал карточку. То есть я продаю только карточки. Так. Ну все, вот. Никакого ножа у меня нету. Никогда не было.